По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха будет стабильной. Подробнее расскажу прямо сейчас. На Южном Урале пасмурно осадки о температуре в городах. В Садке, Златоусте и Верхнему Фолее плюс 6. В Магнитогорске, Троицке, Карталах и Южноуральске плюс 9. Температура воздуха в Челябинске в дневные часы. В воскресенье понедельник плюс 7, во вторник плюс 8. А в ночные часы в воскресенье понедельник 0, во вторник плюс 5. На этом все. Я желаю вам хорошего настроения. До встречи на 31-м.